Ребятки, всем привет! Хочу вам продемонстрировать наглядно свой крем, как он работает. Значит, вот этот крем, который у меня с чагой, который я делала. Я сейчас просто нанесу на свое лицо и покажу вам, ну, как примерно оно выглядит. Значит, обязательно перед тем, как мазать кремом, вам необходимо, ну, какой-нибудь лосьон, например, там, ну, или ваш любимый, желательно без химии. Значит, я как сделала свой лосьон? Просто взяла огурец домашний, порезала его, нарвала много-много лепесточков розы красивой. У меня белая есть и красная, там не важно, я все подряд нарвала. И просто залила водкой, так, чтобы чуть-чуть покрыла. Вот, и оно у меня постояло пару недель. Все, и потом это все процедила, очень такой ароматный получился лосьон. Даже огурцом практически не пахнет, я туда розы, конечно, много набросала. Но классная тема. Вот, значит, я просто сейчас покажу вам этот крем, как он действует. Ну, вернее, как он. Как он выглядит при нанесении. Значит, этот крем с чагой, с мухомором. Он у меня такой, ну, не сильно густой получился, но и не такой прям, как вода, жидкий. Больше, наверное, как такая сметанка. Но мне нравится такая консистенция. Очень многие просят с дозатором. Ну, такие бутылочки с дозатором. Вот, поэтому я сейчас вам покажу. Такая вот бутылочка, видите, с дозатором. Это уже не буду снимать, но у меня там есть немножечко старого. Это я просто... Ну, в баночке, чтобы вам видно было, какая консистенция крема. Вот такая вот. Значит, обязательно нанесите на очищенное лицо, на ручки, тоже помытые. Вот. Ложите спатки, утром встаньте, будет красота. Ну вот смотрите, вот этот крем, вот он уже практически впитался. Не знаю, видно вам, не видно. Мне, конечно, лицо не такое красное, как на камере. Ну, подводит камера, не знаю, где взять камеру нормально. Руки у меня тоже не такие красные вообще, абсолютно. Ну ладно, не важно. Вот. Мне нравится вот этот эффект. Разглаживает мелкие морщинки, убирает какое-то там воспаление, если где-то есть на лице, там, ну, какие-то там прыщи, покраснения там какие-то. Покраснения на камеру, конечно, не убирает. Камеру мазать надо. Вот, значит, здесь очень большой состав. Этот состав будет в описании под видео. Вот, поэтому заказывайте крем, буду делать для вас с удовольствием. Будьте красивы, будьте здоровы. Всем пока!